Австралия проголосовала за легализацию однополых браков. Премьер-министр страны Малькольм Тернбулл обещает внести изменения в законодательство до конца года. Голосование проводилось методом почтового опроса, и в результат объявили сегодня утром. Более 60% жителей страны высказались за гей-браки. По всей стране начались масштабные празднования. Гомосексуальные отношения в части австралийских штатов преследовались по закону вплоть до 1997 года.